Плюсуйте, если меня слышно и видно. Тогда я буду понимать, что я могу продолжать. Сегодня у нас замечательный день. Сегодня мы признаемся. Признаемся нашим женщинам. Женщинам Coral Club в первую очередь, конечно, но и в целом всем женщинам этой планеты. А что за этим стоит, но нам сегодня как раз предстоит узнать. Вижу плюсы. У меня еще один такой момент будет. Те дистрибьюторы, потребители, которые в группе с кем-то смотрят в офисах, пожалуйста, вот сейчас просто звездочку поставьте. Вот интересно, какое количество людей вместе, совместно, группами смотрит этот вебинар. Вот те, кто смотрит в группах, может быть, в офисе, я знаю, такие трансляции в офисах также проводятся, отметьте звездочкой. Звездочкой. Вот. И мы потихоньку начнем уже. Вижу. Паша, отлично. Светлана. Понятно, спасибо большое. Это нам необходимо для статистики в том числе. Ну что, женщины, дождались мы этого момента. Мы запускаем в две волны наш новый замечательный продукт. Вообще, это линейка продуктов Fitamix. Но первым, конечно же, должен был выйти именно этот продукт. И мы потратили очень много сил, очень много времени для того, чтобы этот продукт увидел свет. И он достоин того, потому что, ну, действительно, это необычная ситуация, когда мы работаем не с каким-то недугом, который возникает ввиду неправильного образа жизни определенного, а с вполне природным явлением, абсолютно естественным для природы человека, в частности женщины. Поэтому у нас был совершенно особенный подход в создании Фитамикса, Фитамикса для женщин. И вот сегодня я бы хотел вам рассказать, какой именно подход и какой продукт на выходе в итоге у нас получился. Но в первую очередь, конечно, нужно начинать с того, что в принципе, с чем мы имеем дело. Да, мы имеем дело абсолютно с естественным для женщины периодом жизни. Но дело в том, что с увеличением среднего срока жизни человека увеличился и этот период. Сейчас выделяют так называемую преминопаузу, менопаузу и постменопаузу. И, в общем-то, наш продукт как раз-таки работает с симптоматикой, с теми неприятными ощущениями, симптомами, которые возникают у женщин в этот период. А в среднем этот период, если его весь посчитать, это практически треть жизни женщины. И, конечно же, нам очень хочется, и мужчинам, кстати, это продукт, я говорю, что продукт для женщин, но по большому счету это продукт, понятно, что опосредованно, продукт для мужчин. Потому что если у женщины хорошее настроение, если женщину ничего не беспокоит, значит и мужчина радуется жизни, у него нет поводов для грусти. Вот, поэтому он нужен всем, конечно. И в первую очередь мы начали работать со статистикой. Со статистикой именно по симптомам. По симптомам менопаузы. Да, и мы подняли статистику, вы сейчас увидите слайд. По основным симптомам менопаузы мы взяли данные женского населения Европы, потому что есть точная информация, она собирается, и она достаточно для нас релевантна. И вот что мы увидели. На этом слайде вы видите вот всю эту процентовку, какое количество, какой процент женщин испытывает те или иные симптомы. Вы видите, что проценты достаточно высокие. Даже самый низкий представленный здесь симптом, депрессия, 29%, это очень существенно. Снижение либидо, снижение сексуальной активности, 34%. Раздражительность 40%, перепады в настроении 42%, бессонница 45% и приливы 72%. Абсолютный лидер на 72% всех женщин и 121 миллион. Это существенная цифра, если считать всех женщин планеты Земля, я думаю, будет еще более устрашающая цифра, конечно же. Так вот, мы поняли, что в первую очередь мы должны адресовать этот продукт на работу именно с этими симптомами, с этой симптоматикой. Собственно, что и мы и сделали, но
Но мы с самого начала понимали, что нам надо создать продукт, который не только с симптомами менопаузы работает, но и также стабилизирует эстрогенозависимые процессы в организме. Потому что если говорить про менопаузу, про этот период, то проблемы, основные проблемы связаны со снижением выработки и дальнейшим практически прекращением выработки такого полового гормона. Ну, вообще, мы можем говорить и про эстроген, и про прогестерон, но в первую очередь, конечно же, это эстроген. Это стероидный гормон, который участвует во многих процессах, конечно же, жизнедеятельности женщины, и его снижение, соответственно, влияет, очень сильно влияет на организм, на здоровье женщин. Вот. И в первую очередь нам наша задача была решить проблему его отсутствия, дефицита эстрогена в организме человека, в организме женщины, в первую очередь. А почему? Ну, опять же, со снижением уровня эстрогена, что происходит? Эстроген влияет на множество процессов. В первую очередь, конечно же, он влияет на процесс свертывания крови. Он также регулирует концентрацию серотонина, который необходим для эмоционального здоровья. Об этом мы еще чуть позже поговорим. Он регулирует уровень норадреналина, который в свою очередь принимает участие в регуляции артериального давления. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о том, что эстроген, недостаток эстрогена приводит к сбоям в способности организма восстанавливать и укреплять кости. Да, от этого и остеопороз, и другие заболевания, которыми все чаще и чаще начинают заболевать люди, женщины, достигнув определенного возраста, того самого возраста. Причем мне задавали вопрос, а какой это возраст? Дело в том, что сейчас очень можно легко проследить, этот возраст становится все более и более молодым. Период преминопаузы может уже начинаться из 35 лет. И подтверждение наших тезисов, о которых мы часто говорим, об экологии, о плохом питании, ухудшении, в принципе, питания, вот это к тому и приводит. Если говорить про наших любимых японцев, то и китайцев, да, и восточные народности, то у них до недавнего времени, в общем-то, проблем таких сильных не было. То есть у них не было этой ярко выраженной симптоматики, которая присутствует в западноевропейском цивилизации в мире. Вот. Почему? Ну, потому что понятно, что они потребляют очень много продуктов, содержащих фитоэстрогены, в частности, это соль. Вот. Очень много. Но я вам скажу, в последнее время с интегрированием европейского привычек, европейского образа жизни, европейского еды, вот, рациона. В Японии в том числе, поверьте, там тоже очень огромное количество сетей быстрого питания, огромное количество снеков. Вот, эти проблемы стали появляться. И для них, казалось бы, неизвестные вот эти проблемы, они стали у них появляться все больше и все ярче, потому что в целом, в общем, если мир брать, то пищевые привычки, качество рациона, оно в целом, в общем, ухудшается, его сбалансированность, да. И поэтому это в очередной раз наш тезис с вами, тот, о котором говорим, который мы несем, о том, что нам необходимо полноценное питание, его нужно обогащать. Вот оно его подтверждает в очередной раз такими изменениями, если вот смотреть на статистику. Соответственно, подобного Фитомиксу продукты, они просто необходимы на сегодняшний день. Но что мир предлагает сегодня для решения подобного рода проблем? Существует два решения. Два решения этой задачи. Это заместительная гормональная терапия и фитоэстроген.
Здесь понятно, на какой мы стороне, но немножко про заместительную гормонотерапию. Дело в том, что она вполне эффективна, где-то порядка 80-90% женщин, которые проходят терапию, чувствуют облегчение симптомов, особенно если мы говорим про горячие вспышки, так называемые, про приливы, да, hot flashes их еще называют. Так вот, эффект есть. Но цена этого эффекта, дело в том, что долго эти синтезированные эстрогены, их пить нельзя, очень большое количество побочных эффектов. И в 10-12 годах были проведены крупномасштабные, действительно крупномасштабные исследования, одно американцами, второе британцами. Это проводили American Women's Health Initiative, инициатива во имя здоровой женщины. Это достаточно серьезная организация в Америке. И такое движение было, британское исследование, оно называлось One Million Women, то есть 1 миллион женщин, да, действительно крупномасштабные, которые выявили, что на фоне потребления приема препаратов ЗГТ, заместительной гормональной температуры, терапии, прошу прощения, повышается, существенно повышается вероятность заболевания раком молочной железы. Я уже про другие побочные эффекты не говорю. Поэтому, конечно же, это очень решение компромиссное, скажем так, и не совсем нам подходящее. Вот, поэтому нам приходят на помощь фитоэстрогены. Но фитоэстрогенов на сегодняшний день, конечно, большое количество зафиксировано. Многие из них у нас представлены, и какие популярные фитоэстрогены можно назвать? Это, конечно, люцерна, это листья, кстати, черной смородины, это лен, про который мы еще поговорим, вот, это тысячелистник. Их достаточно большое количество, но речь, конечно же, идет про эффективность, про безопасность и про эстрогенную активность. И вот здесь продукт, который я вам сегодня представлю, Фитомикс для женщин, он представляет собой оптимальное сочетание, высокоэффективное сочетание, инновационное сочетание прекрасных компонентов. Но если в целом говорить про фитоэстрогены, почему они, в общем-то, достаточно популярны и их применение будет развиваться в дальнейшем, ну, потому что они, помимо всего прочего, предотвращают развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, предупреждают вымывание кальция из костей, нормализуют обменные процессы в коже, да, помогая замедлить ее старение, и способны существенно улучшить самочувствие женщин. Это все то, все те процессы, которые нарушаются в связи с дефицитом эстрогена у женщины, да, когда его выработка снижается. Вот период менопаузы. И что такое в принципе фитоэстрогены? Это вещества, которые вырабатываются в определенных растениях. Они относятся к классу полифенолов. И они очень похожи структурно на эстроген. Поэтому они могут присоединяться к рецепторам эстрогенов в организме, попадая в организм человека, и имитировать эстрогенную активность. Вот, собственно, именно поэтому они так и ценны, они присутствуют в пище. Я уже сказал про сою, больше всего их присутствует в сое, очень много в бобовых фитоэстрогенов присутствует. Поэтому действительно рацион обогащать этими продуктами в том числе необходим. Но мы подошли к этому процессу очень-очень тщательно, очень ответственно, потому что мы понимаем, что нашим женщинам нужно две вещи. В первую очередь, это быстро, достаточно быстро и эффективно снять эту симптоматику, очень неприятную. И нам это удалось сделать при помощи наших компонентов. Но симптомы симптомами, это очень хорошо, но мы за целостный подход, за холистический подход. Об этом я на каждом нашем вебинаре рассказываю. И нам важно было именно стабилизация эстрогенозависимых процессов.
То есть все те процессы, которые страдали от нехватки дефицита эстрогена, нам нужно было нашим продуктом стабилизировать. Нам нужно было его, все эти процессы нормализовать. И вот наша команда супер ингредиентов, она, вот она перед вами. Вот про них я и буду рассказывать. И именно они обеспечили нам тот эффект, то действие, которое дает вам продукт Vitamix для женщин. Вот. Я ее называю именно суперкомандой, потому что в данном случае, конечно же, с нашими продуктами, это такое будет небольшое лирическое отступление, всю изящность их разработки, их создания очень сложно оценить, особенно людям, которые не вовлечены в этот процесс. Если мы говорим про красивый стул, мы можем посмотреть задумку создателя этого стула, как каким образом у него спроектированы ножки, сиденье, насколько это удобно, насколько это изящно, красиво. То же самое можно сказать про любой предмет. Мы можем взять велосипед, насколько он красиво спроектирован, сделан, насколько он удобен, и так далее, и так далее. В случае с нашими продуктами это не видно, но на самом деле этот продукт настолько изящен, настолько он грамотно создан, настолько один компонент помогает раскрыть другое, что вот смотря уже с точки зрения именно вот этой разработки на него, ну просто сердце радуется. И неспроста именно этот продукт, продукт для женщин, для тут вообще никаких оговорок нету, для лучшей половины человечества, да. Поэтому я постараюсь вам передать все это изящество. Не знаю, насколько это получится, но это действительно стоит того, чтобы об этом рассказать. Итак, 4 компонента, 4 высокоэффективных компонента, компоненты, имеющие большую базу исследовательскую. Мы поговорим еще про клинические испытания. Это лайфенол, это бета-аланин, аминокислота, это лигнановый комплекс семян льна, нами любимых, да, и это шафран. Вот эти 4 компонента являются основой нашего продукта. И давайте тогда уже начнем. Да, пора нам уже говорить про лайфенол, экстракт шишек хмеля. Это патентованный, это стабилизированный экстракт шишек хмеля. Это не просто очередной компонент, это фирменный компонент, его производит только одна компания на сегодняшний день, это крупный холдинг с многолетней историей Naturex. Это французы, и надо сказать, что французы после того, как опубликовали два этих исследования, подтверждающих вред ЗГТ гормональных препаратов, они на государственном уровне подняли целую программу в 2012 году, и они начали работать над тем, чтобы разработать альтернативу, да, заместительной гормональной терапии. И, в общем-то, они нам и дали этот компонент. Компонент – это экстракт из шишек хмеля, женских соцветий хмеля. Вообще, про хмель мы на прошлом, и, собственно, про лайфенол тоже говорили на прошлом вебинаре. Повторюсь, что он имеет большую историю, именно целебную, целительную историю, этот продукт. Но в данном случае мы говорим именно про соцветия, про шишки, в которых большое количество содержится 8-ПН. Пренилнарингинин. Есть такое активное вещество, которое в данном случае для нас наибольшую ценность предоставляет, потому что обладает очень высокой эстрогенной активностью. И экстракт лайфенол, он вытягивается именно из шишек хмеля, которые имеют повышенное содержание этого активного вещества. Более того, нужно сказать, что это сырье, оно из избранных европейских плантаций доставляется на Турекс. То есть в данном случае мы имеем дело с отборными плантациями, да, расположенными в Европе. Что это за зверь такой? 8-пренилнарингинин. 8-ПН для сокращения будем его называть. Ну, давайте посмотрим на эстрогенную активность компонента этого. Вот если мы его возьмем за 100% и посмотрим на все остальные активные, опять же, компоненты, вот содержащиеся в сое, в частности, видите разницу.
Куминстрол 13,3%. Генистеин 2% от активности, эстрогенной активности 8PN. Дайдзеин вообще 0,3%. То есть для нас было очень важно найти наиболее эффективный фитоэстроген с наибольшей эстрогенной активностью, но не просто на уровне идеи какой-то, не просто на уровне, потому что существует множество гипотез, существует множество таких предварительных исследований, которые говорят, возможно, есть многообещающий компонент растительный, вот, но природа этого процесса еще не изучена. В данном случае мы искали именно изученный компонент. Во-первых, патентованный, стабилизированный экстракт. Во-вторых, изученный компонент. И вот как раз-таки лайфенол это тот самый компонент. Я приведу в пример здесь два исследования, научные, подтверждающие эффективность этого компонента. 12-недельное исследование, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое клиническое испытание. Я знаю, для некоторых наших дистрибьюторов это очень важно. Так вот, мы увидели значительное уменьшение дискомфорта от приливов и другой симптоматики после 6 недель ежедневного приема лайфенол. То есть это 1,5 месяца получается. И если вы хотите, кстати, подробнее, более развернуто об этих исследованиях, мы специально для вас подготовили, по-моему, шикарное такое вот статью, такую подборку. Она больше, конечно, научная. Здесь в первую очередь она будет интересна людям, которые, ну, медработникам, которые недалеки от медицины. Здесь расписываются именно механизмы действия того или иного компонента и предпосылки появления продукта. Вот он есть такой замечательный. Вы можете его сейчас прям скачать в левом верхнем углу. Ссылка Vitamix for Women PDF. PDF-файл. Скачивайте, читайте. Безумно интересно. Опять же, не для всех, очень много, предупреждаю сразу, очень много научной терминологии, да, это будет для специалистов интересно. Тем не менее, кому недостаточно общего описания исследований, там есть подробная информация. Ссылками все как необходимо. Наконец, второе исследование, 16-недельное, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, перекрестное клиническое испытание, и мы увидели здесь улучшение жизни 90% женщин, принимавших участие в исследованиях, в течение 8 недель приема продукта. И в обоих случаях 85-100 миллиграмм принимали на повседневной основе. В нашем случае это 100 миллиграмм, это рекомендуемая дневная норма. Стоит отметить, что также проверялась эффективность на побочные эффекты и в 2 раза увеличивали эту дозу и проверяли, и все нормально, никаких побочных эффектов у этого компонента не обнаружено. Для нас это весьма важно, потому что это очень деликатный момент. Я думаю, женщины, вы, конечно же, меня понимаете, о чем идет речь. Соответственно, мы имеем клиническое подтверждение, мы имеем очень важный для нас аспект того, что этот компонент, он принесет нам тот эффект при той безопасности, которая является традиционной в Coral Club, которая является стандартом качества Coral Club. Именно поэтому с него мы и начали, с лайфенола. Но одного лайфенола, конечно же, недостаточно. Нам нужно быстро симптоматику убрать, как можно быстрее. И здесь, конечно, на помощь пришел бета-аланин, пришла аминокислота бета-аланин, у которой очень много положительных свойств, ее очень хорошо знают спортсмены. Спортсмены знают ее по возможности, по ее свойствам, восстановлению мышечной ткани. Вот. По силовым характеристикам бета-аланин. И для спорта, конечно же, используют очень часто, очень много, многочисленные крупные производители предлагают бета-аланин для спорта. В данном случае мы используем возможность бета-аланина
нормализовать нарушение работы центра терморегуляции. То есть он влияет именно на нормализацию температуры тела. И вот максимально эффективно с приливами борется именно, конечно же, бета-аланин. Это аминокислота, которая, да, вырабатывается в организме, но вот в период менопаузы ее выработка существенно сокращается, и ну, нам нужен стабильный источник ее извне. И здесь как раз-таки женщина получает вот тот самый бета-аланин, и в нашем продукте он отвечает именно за скорость, за достаточно быстрое и эффективное избавление от симптомов, от неприятных симптомов менопаузы. Ну вот. Ну и, к примеру, бета-аланин, у него нет, опять же, побочных эффектов, какие есть у ЗГТ-препаратов. Например, он не приводит к задержке воды в организме, что часто происходит при потреблении женщинами гормональных препаратов. И таким образом женщина не набирает лишний вес. Вот. Действие бета-аланина основано на естественных биологических механизмах. Для нас это тоже было очень важно. И, соответственно, в данном случае лайфенол, который замещает эстроген вот, в организме, и бета-аланин, они прекрасно работают в этой связке, и очень изящно работают в этой связке. Но в этом изяществе, добавляет этому изяществу третий компонент, это лигнановый комплекс семян льна. Семена льна мы, конечно же, очень любим. Мы очень любим по многим причинам, у нас они присутствуют во многих продуктах. Мы знаем, что это источник альфа-линолевой кислоты, полинасыщенной жирной кислоты, которая относится к классу омега-3 кислот, к семейству омега-3 кислот. Но в данном случае нас, конечно же, интересуют фитоэлементы, такие фитохимические элементы, лигнан, так называемые лигнаны, а в частности гликозид SDG, который при попадании в кишечник, он преобразуется в те вещества, которые как раз-таки и имеют эстрогенную активность. То есть лигнаны семян льна, экстракт, это очень важно, про экстракты помните, мы в прошлом вебинаре у нас общались достаточно подробно. Он имеет мягкую эстрогенную активность. Но не просто эстрогенную активность, он имеет эстрогенную и антиэстрогенную активность. Если в организме в какой-то момент времени эндогенного эстрогена, то бишь внутреннего, вырабатываемого организмом, достаточное количество, большое количество, то лигнаны выполняют роль, они подавляют эти эстрогены, то есть нормализуют их количество. Большое их количество тоже плохо, да, тоже приводит к тем самым опухолям. И мы говорим, что вот стабилизатор, естественным стабилизатором являются те самые лигнаны, которые помимо вот этого действия еще обладают антиоксидантной активностью, очень знакомой, хорошо известной. Соответственно, вот есть вот этот... А в случае, если есть недостаток, опять же, да, недостаток эстрогена, там идет мягкое эстрогенное действие. То есть они по структуре своей также очень похожи на эстрогены, и они прикрепляются к рецепторам и вот имитируют эстрогенную активность в данном конкретном случае. Поэтому это еще очередной компонент, который очень эффективный, очень необходим был для вот этой вот красивой связки. Но им тоже дело все не заканчивается, потому что мы говорим о том, что снижение выработки полового гормона эстрогена приводит к тому, что к проблеме с выпуском, с выработкой серотонина. Серотонин – это известный нам гормон, который отвечает за эмоциональное наше здоровье, за хорошее настроение, ровное, стабильное настроение. И как раз-таки его дефициты приводят к вот этой симптоматике, о которой мы говорили, мы можем к ней еще раз вернуться. Это перепады настроения, это и бессонница, это раздражительность, и та самая депрессия. Да, очень серьезный
серьезное заболевание. Соответственно, для того, чтобы адресовать вот эти проблемы, мы в продукт Фитамикс для женщин добавили очень важный компонент, культовый компонент, экстракт рылиц шафрана. Вообще шафран — это действительно легендарная такая специя, в первую очередь, которая, килограмм которой стоит каких-то совершенно бешеных денег. И понятно почему, потому что, чтобы собрать вот этих рылиц на 1 килограмм, нужно обобрать от 75 до 150 тысяч цветков. Это очень сложная задача, и они цветут совершенно ограниченное время, около 10 дней цветения у них идет, поэтому она действительно оправданно дорого стоит. Можно вот здесь посмотреть, как происходит этот процесс сбора, насколько красив этот цветок сам по себе, шафран, он очень красивый. Потому что они только ценность представляют не только сам цветок. Так вот, что в итоге у нас получается? У нас получается экстракт рылиц шафрана. И в данном случае у шафрана очень много интересных свойств, очень много интересных качеств, как в качестве специи, так и в качестве продукта, необходимого для профилактики определенных там сложностей, недугов, вот, и для поддержания тонуса человека. Соответственно, если мы говорим про в данном продукте, в Фитамиксе, какую роль он играет, он роль играет антидепрессанта, причем очень мощного и очень эффективного антидепрессанта. Сейчас появляется большое количество научных работ, связанных с эффективностью данного конкретного продукта, потому что по антидепрессантам мы тоже знаем, что существует масса синтетических продуктов, масса лекарственных средств, которые обладают определенными, да, свойствами, но при всем при этом у них гигантское количество побочных эффектов. Огромное количество побочных эффектов зачастую ставится под вопрос эффективностью этого продукта с таким списком побочных эффектов, побочки. Соответственно, шафран нам приходит на помощь, и шафран, он именно регулирует выработку серотонина, что очень важно. Да? Мы говорили о том, что дефицит эстрогена приводит к тому, что возникают проблемы с выработкой серотонина. А шафран как раз-таки, он, во-первых, способствует выработке, во-вторых, он продлевает его наличие в человеческом мозге, продлевает его выпуск, да. Соответственно, в данном случае шафран очень-очень хорошо добавляет, очень является важной составляющей данного продукта. И если говорить про все четыре компонента вместе взятые, то мы решаем все задачи, которым приводит дефицит эстрогена. В первую очередь, он является той главной проблемой женщины в период менопаузы, преминопаузы, менопаузы, постменопаузы. Именно четыре компонента, и именно каждый работает в своем направлении. Но помимо того, что они каждый работает в своем направлении, лайфенол — это общая эстрогенная активность. Да, это стабилизация эстрогенно-зависимых процессов в организме. Бета-аланин – это решение, скоростное, быстрое решение проблем с терморегуляцией. А лигнановый комплекс семенная – это антиоксидантная защита. Это мягкая эстрогенная защита и нормализация, балансировка. И, наконец, шафран – это проблема с выработкой серотонина. Это настроение, это центрированность женщины. То есть каждый компонент работает во благо и решает проблемы определенного характера, определенного толка, но при всем при этом они
совместно очень усиливает действия друг друга. Соответственно, таким образом мы получили один из самых эффективных, я надеюсь, что самый эффективный продукт на рынке, самый изящный продукт на рынке и самый безопасный продукт на рынке. Для нас это было очень важно, мне кажется, нам удалось. Такой хороший почин, первый фитамикс для женщин получился очень удачным продуктом. Я думаю, что в ближайшее время вы его оцените, в ближайшем времени, называю эти выходные, когда у нас стартуют запуски, 13 августа это произойдет, запуски стартуют в России, в Белоруссии, запуски стартуют в Украине, в Грузии и в США. А вот вторая волна, это Казахстан, это все европейские страны, они уже будут запускаться в 20-х числах, то есть через неделю. Поэтому у нас будет две большие волны, будьте готовы. Я знаю, что готовится большое количество праздников продукта, и мы сейчас праздники продукта особенным образом отмечаем. У нас есть система поощрения, система признания. У нас будут вручаться такие очень красивые дипломы. Вот, поэтому, если хотите участвовать, конечно же, участвуйте в праздниках продукта. Таким образом, вы будете нарабатывать опыт в презентации продукта в целом. Говоря о презентации, левый верхний угол, презентация, все скачиваем, PowerPoint презентация, которая стала одним из самых любимых наших инструментов, она также, конечно же, подготовлена для вас, пожалуйста, используйте. Если говорить про сам прием продукта, то мы говорим про банку 30 капсул. В банке у нас одной содержится 30 капсул. И мы хотели очень сильно упростить способ приема, поэтому одна капсула в день. Одна капсула в день. Если посмотреть сейчас тренды, то, конечно, все к этому приходят, все максимально упрощают, потому что у людей все больше и больше повседневных задач появляется. Чем проще прием продукта, тем лучше. И в данном случае это выдержано. Одна капсула продукта в день. Если имеет место быть какие-то повышенная симптоматика сильная, то можно и две капсулы спокойно в день принимать. Принимать можно долгое время, нет никаких побочных эффектов зафиксированных, поэтому это тоже очень важно для нас, для всех, поэтому здесь тоже проблем никаких нет. Мы уже начали небольшие предпродажи, во-первых, в первую очередь тем людям, которые нашим лидерам и тем людям, которые проводят праздники продуктов. Они могли, могут, у них такая была возможность предварительно купить. Не везде, но есть. Поэтому мы уже начали, наши лидеры уже начали активно этот продукт пользовать. Я думаю, что в ближайшее время вы все поймете, поймете мою радость, мои большие надежды, потому что с этим запуском я связываю большие надежды. Это, по большому счету, второй по значимости, а для многих и первый по значимости запуск в 2016 году. Ну, я имею в виду после Daily Delicious линейки. Поэтому предлагаю вам отнестись со всей серьезностью, действительно попробовать этот продукт, если вы являетесь вот целевой аудиторией этого продукта, либо понять вот действенность этого продукта. Я думаю, что наверняка всех нас, мужчин, тех мужчин, которые смотрят этот вебинар, окружают женщины, большое количество женщин, которые подпадают под эту целевую аудиторию. И, конечно же, когда мы создавали этот продукт, мы думали о своих мамах, мы думали о бабушках своих. В частности, я могу про свою маму сказать, что, безусловно, продукт делали для себя, для вас, и это наше признание, это наша реакция на вот эту серьезную, существенную проблему, которая существует. И я думаю, что мужчины поддержат, для мужчин это очень важный продукт, потому что любой уважающий себя мужчина хочет, чтобы его женщина, чтобы женщины, окружающие его, его близкие, знакомые, они всегда находились вот в тонусе, всегда находились в хорошем настроении, и на это настроение ничто не влияло. И они понимали природу изменения настроений, чтобы не было каких-то непонятных совершенно вот этих вот моментов. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
И, соответственно, если говорить про продукт, у него получилась очень цена, очень приятная. Мы сравнивали с рыночной стоимостью продуктов, которые содержат лайфенол, их по пальцам пересчитать, их практически нету на рынке, может быть, 1-2 продукта, но они только монопродукты, там только лайфенол. Если же посчитать еще и бета аланин, если посчитать еще и лигнаны, если посчитать еще очень дорогой, дорогостоящий компонент, как шафран, то получается в ценовом сегменте у нас нету конкурентов, ну вообще никаких. Мне приводят пример иногда iHerb, говорят iHerb, вот там дешевые продукты. Я уже говорил, реагировал на iHerb. Мы, в принципе, будем это продолжать делать, рассказывать вам, что есть что. Но вы можете посмотреть продукты с лайфенолом на iHerb, даже ближайшие продукты, они стоят существенно дороже, раза в 2 дороже, наверное. Поэтому у вас в руках серьезный инструмент, который соответствует не только всем последним технологиям и трендам и исследованиям, но еще и соответствует покупательской способности, потому что мы считаем, что это очень достойная цена. В общем-то, складывая аналогичные продукты, вы можете посчитать отдельно продающийся бета-аланин и лайфенол. И даже этого уже хватит, чтобы перекрыть стоимость, ту, которую мы предлагаем, Фитамикс для женщин. Поэтому, дорогие женщины, этот прекрасный продукт в самое ближайшее время окажется в вашем распоряжении. Я уверен в том, что в очередной раз вы удостоверитесь, что компания свои обещания сдерживает, и компания представила суперпродукт, которым вы будете гордиться, которым вы будете пользоваться, который будет приносить вам радость, прекрасное настроение, как, собственно, и делают все остальные продукты компании Coral Club. Стоит также упомянуть о том, что мы не должны забывать о комплексном подходе. Именно в комплексе, вот те женщины, которые комплексно наши продукты едят, особенно омегу, да, стоит сказать про омегу, если мы говорим про менопаузу. Вот, и другие наши прекрасные, замечательные продукты, конечно же, эта симптоматика уменьшается, ее действенность уменьшается, я думаю, об этом вам известно. Поэтому наши праздники продукта будут посвящены в комплексе женскому здоровью в целом. Это такой вот правильный подход, когда вы организуете дни открытых дверей, когда люди приходят. Причем это могут быть не члены клуба, совершенно незнакомые с клубом, с нашей концепцией люди. Они приходят и они узнают не просто про отдельно взятый продукт, они про вот такой, про целом эту проблему женское здоровье. Вот это направление женское здоровье узнают, и венцом этого дня открытых дверей и будет являться презентация Фитамикс. Поэтому мы больше контекстуальные уже такие мероприятия проводим, которые дают какую-то общую картинку. Это для нас очень важно, это для компании очень важно, потому что ценность компании, помимо того, что помимо отдельно взятых продуктов, топ-продуктов, которые очень конкурентоспособны, нашей задачей еще является, нашей миссией в чем-то является именно ликвидация безграмотности, именно обучение людей к целостному подходу, оздоровление, да, поддержание своего здоровья в тонусе, вне зависимости от ситуации. Ситуации разные. И в частности, мы сейчас обсуждаем про треть жизни женщины, треть жизни, а сейчас самая активная стадия, она как раз-таки здесь. И зачастую слышу, мне всегда коробило, вот, когда сами женщины даже говорят про климакс, говорят о том, что вот самый этот период потухания, период, когда уже ничего не хочется, но этот период, подумайте только, насколько он растянут во времени. И нет никакого смысла внутри себя и, в принципе, смиряться с тем, что это происходит. Потому что на сегодняшний день есть инструменты. Есть инструменты работы над тем, чтобы свою женственность. А для нас это очень важно, дорогие женщины. Не важно в каком возрасте, но наши, зачастую вот наших женщин, их вот отмечает именно вот эта женственность, которую они сохраняют с годами, которая еще, мало того сказать, она расцветает с годами.
И мне кажется, у каждого возраста есть своя прелесть. И говорить о том, что молодость это прекрасно, а вот вот эти годы, осень, так называемая жизни человека, она чем-то хуже. Мне кажется, у каждого возраста есть свои замечательные какие-то качества, и ими всеми нужно сполна насладиться. Вот, и мы, конечно же, против вот этого противостояния, мы готовы поддерживать каждую возрастную группу и давать им возможность максимально насладиться вот этим вот замечательным периодом своей жизни. Но этот период, он особенно, мы особенно трепетно к нему относимся, потому что, ну, женщины, у женщин появляется возможность уделить внимание себе любимой, потому что она уже воспитала к этому моменту уже по большей части ребенка, и уже можно заняться и карьерой, как многие делают у нас в Coral Club, правда? И всем остальным, и развитием, и духовным развитием, и физическим развитием, каким угодно. И вот Фитомикс это тот продукт, который дает возможность, один из тех продуктов, но он венец, он самый главный в данном случае продукт, который дает вам возможность убирать симптоматику, а также стабилизировать все эстрогенно-зависимые процессы, происходящие в организме. Кстати, да, если мы говорим про вопросы, мы немножко, конечно, на вопросы поотвечаем. У нас еще немножко времени есть. Я еще кое-что обещал, сейчас покажу вам. Но если мы говорим про искусственную менопаузу, когда вырезают яичники, тогда тоже, безусловно, потребление этого продукта более чем оправдано. Если женщина очень взрослая, более 70, да, без проблем. Без проблем. Если мы говорим про целевую аудиторию, то это вообще номинально от 45 и выше до бесконечности, до конца. Вот. Но сейчас имеют место быть определенные, отдельные. Мы видим, что статистика, что есть и 35 лет уже существует симптоматика по преминопаузе, и здесь не лишним будет потребление этого продукта. И, по-моему, я увидел смысл. Кто-то задавал вопрос, а смысл, зачем антиэстрогенная активность нужна у нас в лигналах, в частности? А она именно тогда нужна, когда есть вот эти вот колебания, и если женщина 35 лет, например, выпивает, у нее есть какие-то проблемы, но они не постоянны, то продукт, когда необходимо, он эстрогенную активность дает, когда такой необходимости нет, да, он подстраивается и он подавляет. Соответственно, вот такой у нас интеллектуальный продукт. В этом, собственно, его инновационность. А менопауза теперь молодеет. Совершенно верно, Марина. Это видно по всем статистикам, по тем базам, к которым доступ у нас есть. Ожидается, я уже сказал, слушайте внимательно о том, что Европа вся в 20-х числах августа, я думаю, Израиль подоспеет тогда же, то есть конец августа, да, в 20-х числах августа ожидается. Совершенно верно. Если говорить про его появление, то, в принципе, достаточно у нас количество продукта, и про его географию он будет практически везде представлен. Мы сейчас вот с сертификатами активно работаем, да, по большей части юрисдикции наших мы сертификации уже получили. Соответственно, еще раз поздравляю вас, это замечательный продукт, который не на уровне ура, ура, и я хотел показать вот это не гипер какая-то вот радость, а именно какое-то дает спокойствие, вот эту центрированность и возможность вам, дорогие наши женщины, получать удовольствие от вашей жизни, от вашей деятельности, которую вы ведете в Coral Club на повседневной основе. Я точно знаю, что его очень много ждали. Я точно знаю, что это новое поколение Fitamix, оно станет новой вехой в развитии компании Coral Club, и не только наши дистрибьюторы,
не только наши потребители, но и в принципе само понятие Fitamix, сама вся эта линейка станет, ну, поистине культовой линейкой. Ждите пополнения, в ней также появится большое количество других продуктов, но вот Fitamix для женщин вашему вниманию мы представляем. Я вам обещал, мы говорили в прошлый раз о том, что Instagram является замечательным инструментом продвижения компании, и, в общем-то, вы этот тезис со мной разделили и начали активно пользоваться Инстаграмом, выкладывать туда замечательные фотографии. Мы договорились о том, что мы каждый месяц будем выделять самые понравившиеся нам снимки, вот, посты в Инстаграме, поэтому я вот этим хотел поделиться, потому что меня все больше и больше радует на самом деле ваша активность в социальных сетях. И причем не простая активность на уровне перепостов каких-то статей, а когда люди на самом деле генерируют контент, создают что-то, сами создают, вдохновившись продуктом, вдохновившись результатом, создают нечто, что имеет ценность, информационную ценность для людей. И если мы говорим о эстетическую ценность, да, если мы говорим о лучших снимках в Instagram июля месяца, то тут нужно выделить, ну, умопомрачительно красивую фотографию на фоне закатного солнца, насколько я понимаю, от Александра Гуштика. Поэтому Александр, я не знаю, смотрит ли он наш вебинар, но большое спасибо, это отлично, это пойдет в нашу коллекцию, по мотивам которой мы, возможно, сделаем календарь на будущий год. Поэтому дерзайте, все в ваших руках. И еще хочется отметить фотографию такую. Стоит сказать, что у нас сейчас пляжный сезон, и мы продолжаем наш тренд на нашем сайте. Мы, если помните, говорили на прошлом вебинаре о тренде отдых. Да, отпускной сезон, здоровый отдых, что это такое. И вот такая вот солнечная, веселая фотография от That's Masha K, насколько я понимаю, правильно? На пляже времени это была сделана фотография. Так что, Маша, спасибо большое за прекрасную фотографию. Пожалуйста, найдите Машу в Инстаграме, можете ее фолловить, потому что она выкладывает очень красивые фотографии, которые также вас, как и нас, будут радовать, которые связаны с продуктами. Да, и таким образом напоминает нам про сезон купания. Успейте обязательно в этом году искупаться, у нас еще есть время. Но при этом не забывайте про такие продукты, как Жирэму, такие как продукты, как Сильвергель, такие продукты, как Fun Detox, если загореть хотите, хороший ровный загар получить. Не перестает нас удивлять, радовать изяществом своих снимков Кукса Юлия, и, ну, невозможно не отметить. Это один из самых, наверное, с точки зрения красоты, композиции, вот смысла текста, один из самых для нас таких образцово-показательных инстаграм-аккаунтов. Также предлагаю вам, видите, бесплатно рекламирую ваши аккаунты, поэтому выкладывайте хорошие фотографии, буду с удовольствием их рекламировать. И спасибо большое, Юлия, очередная замечательная фотография, которая продвигает продукцию, но не делает это просто прямо в лоб, а делает это с изяществом, делает это очень красиво, делает это очень умело. Спасибо большое, потому что именно таким образом можно продвигать красоту здорового образа жизни. Вот, пожалуй, вот эти три снимка хотел отметить в этот раз. Напоминаю, что мы в дальнейшем будем эти снимки интегрировать в наши коммуникации. Вот, поэтому продолжайте, дерзайте, выкладывайте активную деятельность, ведите в соцсетях, и мы обязательно вас заметим. Но, чтобы мы вас заметили, очень важно оставлять хэштеги. И главный наш хэштег, конечно же, это Coral Club. Вот если вы этот хэштег не оставляете, вы затрудняете поиск на ваших фотографиях. Поэтому всегда оставляйте хэштег. Если ваш любой пост так или иначе связан с деятельностью Coral Club, оставляйте хэштег Coral Club, чтобы он не остался незамеченным. Это очень важно, потому что бывают иногда очень классные картинки, но без хэштегов, на которые, ну, мы совершенно случайно наталкиваемся.
Вот, поэтому мы сдерживаем свои обещания, но мы не только в этом сдерживаем свои обещания. У нас замечательная пора летняя, и мы предлагаем вам замечательные скидки. Скидки на продукты, и мы продолжаем, кстати, нашу акцию 5 плюс 1 на корм май. Так долго я не помню, когда у нас была эта акция подряд, поэтому можете использовать в family паках. Я очень знаю, что многие из вас используют как именно семейный вот этот 5 плюс 1 вариант, который действительно существенно удешевляет отдельно, стоимость отдельно взятого пакетика Coral Mine. Ну и нами любимая папайя, изначально так, бюджетный продукт, стал еще доступнее. Сейчас тоже актуально использование ферментов. Если мы уезжаем куда-то в другие страны теплые, и вот эти сезоны шашлыков, большого количества потребления пищи, для нас, конечно же, этот продукт весьма и весьма актуален, как и актуален Silver Gel, который можно использовать везде и повсюду. Мелкие порезы, герпес и так далее, сыпь, везде нас этот продукт спасает. 15% скидка. Я знаю, что скидочные акции для вас сейчас особенную ценность представляет, и мы это понимаем. Но самое, мне кажется, беспрецедентное и самым интересным предложением за много месяцев является, конечно же, пилурон 15%. Ее никогда такое не было, поэтому... Но это замечательная возможность воспользоваться вот этой скидкой и для продвижения в том числе. Вот недавно опять мы общались с подхомутниковыми, они рассказывали, они не перестают удивляться вот много многопрофильности данного продукта Белурон, да. Конечно же, в первую очередь мы говорим про восполнение дефицита синовиальной жидкости, но помимо этого это еще эстетические свойства его абсолютно замечательные, да, это насыщение гиалуроновой кислотой всего организма в целом. И для зрения, хотя мы про Визи Прайм еще поговорим, это следующий наш запуск, но вы сначала Фитамикс освоите для женщин, да, вот, то есть для сетчатки глаза, в целом для зрения, это прекрасная, замечательная подпитка. И, в общем-то, если сложить все эти качества, если сложить его уникальность, то цена более чем оправданная. Тем более, что в этом месяце у нас скидка не пропустите. Не пропустите, дорогие друзья, а я с вами потихонечку заканчиваю уже как раз-таки мы перешли отметку 18:00. Очень хотелось бы верить, что вас этот продукт порадовал так же, как и меня, и порадует в ближайшем. Мы, в общем-то, этот запуск обещали на форуме, и мы приступаем сейчас активно, вот, к реализации своих обещаний. В дальнейшем нас ждут те продукты, которые мы также, о которых мы говорили. Это и супы, это и продукт для зрения Визи Прайм, это омега детская, это, конечно же, долгожданные детские витамины. И каждый запуск будет действительно обозначать определенную веху в развитии не только Coral Club, но я думаю, что во многом развитии индустрии с появлением продуктов, которые, в общем-то, и будут иллюстрировать, которые должны стать именем нарицательным, как в свое время это сделали Coral Mine, Коловада, H500. Вот. Поэтому, дорогие друзья, прошу любить и жаловать продукт Vitamix для женщин. Вперед, как говорится, с песней. Если говорить про ваши вопросы, просто сейчас очень сложно ваши вопросы из всего того текста вытаскивать. Но обычно я прошу вопросы свои, вы сохраняете. Вероятность того, что он будет отвеченным, повышается, если вы в самом конце нашего вебинара его будете отправлять. Поэтому, если у вас есть вопросы, на которые вы очень хотите получить ответ, сейчас прям скидывайте прямо сейчас. Наталья, набор номер 4 был для девушек при предменструальном.